Друзья, всем привет! Время 7 утра, 7:05 местного. Мы с Юрой собрались в Абхазию. Виталя с нами ехать не захотел, поэтому Виталя с Гешей остаются дома. А мы поедем на озеро Рица. Не знаю, как у нас сейчас получится добраться, потому что в общем, мы загрузили в Яндекс.Навигатор карты. Не знаю, доведут ли нас эти карты. Может быть, мы сейчас на границе купим местную связь абхазскую, чтобы у нас был интернет. Вот. Дело в том, что мы находимся на границе с Абхазией, и у нас телефоны, устройства наши, они ловят абхазские вышки, и у нас включался роуминг. Чтобы этого не было, мы отключили роуминг. Вот, и если мы сейчас едем в Абхазию, то у нас, скорее всего, интернет пропадет. А доведут ли нас Яндекс.Карты, я не знаю, загруженные. Ну, посмотрим. Друзья, оказывается, мы живем на границе, прям вот она, таможня уже. И сейчас подходят здесь мужчины перед прохождением границы. Сейчас откроем. Здравствуйте. Что, жилье есть у вас? Жилье? Да. Где? В Абхазии. Нет, в Абхазии нет жилья, мы в Сириусе остановились. А вы просто туда и обратно, да? И один-один, а отель просто хороший имеется. А, ну, понятно, мы пока здесь базируемся, спасибо. Спасибо. В общем, стоят мужчины, предлагают за 1000 рублей рассказать схему хитрую, как по-быстренькому здесь пройти границу, что якобы где-то мы на 2 часа встанем. Но! Лена, 2 года назад планировала поездку в Абхазию, которая не сложилась. Я где-то записала, что там где-то надо по какому-то коридору проходить быстрее. Сейчас Лена посмотрит. Так. Сейчас, друзья, Лена посмотрит. Здесь-то, говорит, вы быстро пройдете. Ну, я вообще что-то прям в шоке. Вот там вот наш дом буквально 5 минут ходьбы, и вот она уже граница. Вон как мы близко. Какой 5 минут через дорогу? Ну, 5 минут, не больше. Вот что у меня написано. Год назад я писала, чтобы границу пройти быстрее на машине и пешком, нужно взять правее вдоль забора. Вот что я записала, вдруг кому-то пригодится. Вот сейчас проверим вдоль какого там забора. Ну, вот так показывает нам. Пробка на 4 минуты сейчас. И дальше тоже вот там красненьким. Ну и все, в общем-то. И мы, видимо, в Абхазии уже. Я что-то просто не ожидала. Думала, мы до границы сейчас сколько-то ехать будем. Я просто не ожидала, что... В общем, по паспортам одну границу мы прошли. Где тут правее вдоль забора, мы так и не поняли. Съемка здесь запрещена, поэтому все, что происходит вокруг, конечно же, я снимать не буду. Я законопослушный человек. Вот, но пока мы стоим. Насколько там что-то написано, пробка какая, нет? Пока ничего нет, не написано. Ну, в общем, таможенный пост сейчас следующий. Все, друзья, граница пройдена. Ну, что хочу сказать. Первое впечатление об абхазах. Никого не хочу обидеть, но мне попался очень неприятный абхаз. Значит, ну, мы же первый раз, вот. И когда подъехали, немножко, ну не то что растерялись, я вижу, что люди как бы выходят, и табличка написана, что пассажиры должны пройти на паспортный контроль. И я не могу понять, сразу надо мне уже бежать, чтобы потом, Юра, ты меня не ждал. Или можно подъехать, и там как бы никаких проблем. Вот, и я смотрю, что мужчина в соседней машине, в соседнем ряду как бы объясняет своим пассажирам, что нужно и как делать. Мы просто еще не выехали за пределы границы, я пока не показываю, что передо мной, показываю свое лицо. Ну, в общем, вот, и получается, что я вижу, что он им объясняет, и как бы окошко открыло, у него тоже открыто окно, я повернулась, и как бы жду, когда он закончит свою речь, чтобы у него спросить, что уже как бы можно идти проходить или что. Ну, в общем, он не поворачивается ко мне, я ему говорю: мужчина, можно вас спросить? Он повернулся с таким видом недовольным, причем молодой мужчина. Я говорю: а чтобы границу, ну, пассажиру проходить, уже нужно выходить из машины и идти? Куда идти, если что? Я говорю: вы не подскажете? Он такой: я вам ничего не должен подсказывать, знаете, вот так. Что-то в таком шоке. Но потом, правда, сказал, что да, надо, типа, выходить. Здесь тоже надо выходить.
хочу всего. Что происходит? Дэй предупреждает. Нет, наверное. Или да. Или чего? Да или не это... знаю. Да подожди, не психуй. Или это нужно... Паспорт доставай. Да, достану сейчас. Это, скорее всего, кто наоборот заезжает обратно в Россию, они тут стоят, что ли, или чего? Нет, здесь не надо было выходить, здесь только заднюю дверь нужно было открыть и багажник, и все. И едем дальше уже. Нам куда? Прямо? Едем прямо. Вот как заехали, здесь вот такое вот здание небольшое, там делают страховку и можно приобрести сим-карту. Страховка стоила 1000 рублей, получается, что-то на 15, что ли, дней. Хотели еще взять сим-карту, что-то хотели мы сим-карту. Сим-карта на месяц стоит 2000, очень хороший интернет, сказали. Но как бы мы на один день, мы, конечно, еще, наверное, приедем в Абхазию. Вот, но нет смысла покупать, проще, ну, проще включить роуминг, получается, вот так. Все, едем мы теперь уже по Абхазии. Что нам показывает навигатор? Прибытие 11.06, ехать нам 1:47. Мы так с Юрой и не поняли, какую 1000 хотят шустрые мужчины, которые стоят на российской границе, ну не на самой границе, а перед российской границей, предлагают какие-то волшебные услуги, чтобы не стоять, а они какой-то хотели поделиться информацией. Что уж там за информация, я не знаю, но... Короче говоря, 1000 рублей, на мой взгляд, это точно не стоит. Никаких тут мега очередей нет. Все прошли, все нормально. Тем более сейчас у нас разгар сезона, июль месяц. Все прекрасно мы прошли. Поэтому я считаю, что не стоит платить за такие сомнительные услуги. Посмотрим Абхазию. Наконец-то, да, Юр, мы добрались до Абхазии. Наконец-то мы уже давненько все, знаете, все хотим, и все как-то у нас не складывается именно отдохнуть в Абхазии. А вот сейчас хотя бы мы одним глазком увидим, что это за такая страна, что здесь за такая за природа красивая. Тут-то будем покупать? Нет? Обязательно, без воды, ни туды, ни сюды. Как мы без воды-то? Нет, конечно, надо купить. А вон, смотри, Юр, правее это море получается. Справа Черное море где-то. Вон карта показывает. Автомойка самообслуживает. Ну, мы явно сейчас в Абхазии мыться не будем. Понятно, вон тоже ОСАГО есть. Ага, ага. Ну, я думаю, по стоимости примерно все то же самое. Тут даже очередь у нас как-то там такой очередь. Не, мы тоже когда-то ехали уже очередь. Да? Ну, не очередь так набилась. Что, зайдем, возьмем в это запчасти, магазин, что-то. Какое-то кафе. Ну, можно зайти, можно проехать. Ладно, пока едем. Справа горы, слева горы, а вдали Кавказ. Вот он, этот магазин был, пойдем? Ну, пойдем. Далековато проехали только. Ну, ладно, что сейчас. Так, только-только заехали. Сейчас водичку возьмем. Сладкая, холодильник. А там вначале? А вот маленькая. Что, маленькая? Да, конечно. А вот ну, что-то по ценам, мне кажется, так же, как у нас. Не знаю. Карты, кстати, рассчитались. Мне говорили, что здесь только наличка. Нет, карты рассчитались. Смотрите, как классно. Хлеб продают. Свежевыпеченный.
много везут экскурсии на открытых машинах. Что это, УАЗики какие-то? Угу. Проезжаем горную реку. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Мы тут мост подвесной увидели. Вот на смотровую обязательно поднимемся. Посмотрите, каким цветом вода. Тут, видимо, тарзанка, что ли, была сделана. Видимо, тарзанка была. Вон под... Нет, ты чё, Юра, я по такому мосту, конечно, не пойду. Он, наверное, и не функционирует уже, этот мост. Тут еще один подвесной мостик. Подвесной мостик. На машине проезжать запрещено. Неужели? Юр, там написано, что на машине проезжать запрещено. А так хотелось. А, вон на тарзанках гоняют. Боже, он весь... Блин, что-то это так ненадежно. Я что-то не там пошла, где-то надо, наверное, вот здесь идти. Мама дорогая, как это страшно. Слышали, да? Иди, говорит, давай, ничего не страшно. Вот так, и я иду. Да? А деревяшки? А деревяшки? Ну ладно, если муж сказал... Жарко, ага. Я же труп, знаешь, какой? Красота. Боже. Наверное. Как это красиво. Езжай. Боишься? С тобой ты поедешь? Оказывается, заехать сюда стоит 700 рублей. Здесь национальный парк. В общем, нас двое. Два билета мы приобрели. Я почему-то думала, что доехать до озера Рица это бесплатно. Оказывается, вот так оплачивать нужно. Ну, ладно.
нафиг, едь уже, как едешь. Тут еще что-то от стен отваливается, боже. Они все огородили, видишь, чтобы никто не вставал на парке. Ну вот это красиво. Вообще обалденно. Мы приехали к водопаду «Мужские слезы». Давай, моя царица Тамара, я тебя сфоткаю на коне, я с тобой улечу. Девушка, красотка, идите с мясом. По серпантину поднимаемся на гору. Приехали мы на озеро Рица. Здесь еще и парковка стоит 200 рублей, но на целый день. Итак, чтобы приблизительно понимали, где расположена Малая Рица, я вам продемонстрирую наше место дислокации. Оно указано в буквой H. Узнаем себя? Мы с Юрой плывем на катамаранчике по озеру Рица. Катамаран стоит 500 рублей с человека 30 минут. Ой, кошмар! Ой, душа в пятки ушла. Ой, от моторной лодки. Ой, волна. Мамочки. Не останавливайся, волна. Ой, ой, ой. Ой, мама. Ой, Юра, не дразни меня. Здесь почему-то без спасательных жилетов. Мама, не переживай. Если ты смотришь это видео, значит все в порядке. Так, девчонок, не тараним. Не тараним, девчонок. Юра, не... Ой. Зачем они так выплывают впереди нас? Короче, я паникерша. Куда я вообще залезла? Ну-ка, поворачивай. Да. Не знаю, от девочек от этих.
Тут так свежо, хорошо, да? Ну, отруби, конечно. Угу. А мы быстро ведь плывем. Что, не поедем с тобой как-нибудь выше, товарищи? Зачем? Пошел дождик. Мы под крышей. Но мне как-то дискомфортно, что дождик пошел. Красота. Зеленые горы более красивые, да? Не знаю. Чем эти лесные. Дождик закончился, немножко солнышко светило, но уже опять спряталось за облака. Мне ищет хороший ракурс, поворачивает наш катамаранчик. А? Появилось солнышко. Видите, другой цвет стал у озера. А мы уже плывем. Обратно полчаса, это очень мало, это так быстро. Смотрите на смотровой, сколько площадки. Ой, на смотровой площадке сколько много людей. Друзья, мы уже возвращаемся домой. В общем, мое резюме по поводу этой поездки. Мы с Юрой во мнениях совпали. Очень красивая, шикарная природа. Абсолютно нет никакого сервиса. И все-таки вот первое впечатление, какое у меня создалось, к сожалению, об этих людях, возможно, оно ошибочное, но вот на протяжении всего сегодняшнего дня это впечатление только подкреплялось. Такое ощущение, что здесь, Юр, как сформулировать поаккуратнее? Ну, в общем, не очень хорошо относятся. Хотят за туристический сезон хапнуть бабла и жить. Так понятно, что строят такие киосочки. Да, условий никаких, да. А хотят, как знаете, как будто бы ты по полному сервису сейчас обслужишься, а на самом деле это не так. В общем, пока мы решили, что, наверное, мы больше в Абхазию не поедем. Но это не точно. Возможно, мы еще раз приедем. Но вот сегодня мы уезжаем вот под таким впечатлением. Природа нам понравилась очень. Вот, но все остальное, конечно, хотя я считаю, что я очень лояльный человек в плане обслуживания, но тут даже меня немножко как бы... Мы немножко так и не поняли, за что берут 700 рублей за какую-то... С человека. Не за машину. Да, 700 рублей с человека за то, что ты въезжаешь в национальный парк. Я не пойму, где здесь в этом парке, что, погулять или что? То есть мы просто проследовали, мы проехали через этот парк, за это мы заплатили 1400. Ну, как бы... Я не скажу, что мы какие-то жлобы или что-то, но если вы берете деньги, ну, наверное, ну, хотя бы туалеты поставьте людям, я не знаю, хотя бы бесплатные туалеты один на весь парк можно установить? Этого нет. То есть, ну, непонятно. Та же парковка. Парковка 200 рублей, тут тоже как бы, мы вроде как уже за этот парк заплатили, а ну хорошо, ты приехал на машине, если ты въезжаешь в этот парк на машине, само собой, ты ее должен где-то запарковать, или как, ты должен дать проехать по нему, развернуться и уехать, не паркуя, что ли, машину. Ну, короче говоря, на каждом шагу хотят денежку, вот. Мы не против заплатить, но когда есть понимание, за что ты платишь, а когда тут немножко непонятно, ну, вот
сейчас, получается, мы едем по скачанным картам из интернета. Нормально идет навигатор, все прекрасно.